Всем привет! Я в домашней пижаме. Хочу вам показать. Вот таким образом нам доставляют посылки прямо домой. Прямо к дому. Прямо к двери. Причем у нас вот дверь, которая входная калитка. Да, то есть почтальон, он открыл калитку, зашел сюда и поставил посылку около двери. Что же ко мне приехало? Куча пенки, которая мне раньше так нужна была. Смотрите, это рюкзак для моей школы. Я большую часть уже отходила с пакетом просто. Покажу вам. Но мне настолько неудобно. У нас сейчас клиникалс начнутся. То есть практика. И нужно все с собой носить. Конечно, носить в пакете вообще неудобно совершенно. Это у меня кейс, пенал, да, пенал для стетоскопа. Открою вам, покажу подробнее. И здесь у меня часики с секундомером. Тоже покажу подробнее, сейчас все раскроем. Мне не терпится распаковать то, что сейчас приехало, мой заказ. Хочется это все разложить как нужно, чтобы мне было удобнее. Я скажу сразу, что я держалась 1,5 месяца. То есть я думала, мне не нужен рюкзак. Вообще, как бы я хотела вообще от рюкзаков уходить. Я рюкзаки всегда носила из-за работы, из-за закупок, потому что там вещи перебираешь, делаешь фотографии, нужно, чтобы у меня были руки свободны. А потом я захотела какой-нибудь шопер большой. Я уже длительный период времени ищу. Мне хочется вот прям что-то такое особенное. Я не встречала. И думаю, я подожду, потерплю, похожу со своим пакетом. То есть я ходила вот с таким пакетом, вот с такой сумкой. В принципе, она крепкая, широкая, удобная. Но, как бы, в общем, когда у нас стало вещей все больше и больше, я поняла, что уже все, наступил предел. И плюс у нас начинается практика. Я начала думать, как я вот с этим пакетом буду ходить на практику. Он же открыт, не закрывается. Мне же надо будет оставлять где-то вещи, как-то класть этот пакет. Я вообще его кладу в классе, он там бывает опрокинется, все из него высыпется. В общем, это, естественно, не вариант. Гуччи со мной помогает, мне помогает рассказывать все. В общем, я ходила очень долго вот с таким пакетом. Посмотрите, он полный. На самом деле, я вот еле держу, очень тяжелый, потому что здесь у меня стетоскоп. Стетоскоп сразу, это уникально, удивительно, дали нам, когда первый день занятий был. То есть это входило в стоимость моих вот этих вот курсов. Напоминаю, курсы стоили $650. Если вообще будет желание, я подробнее отдельно расскажу об этом. Вы напишите в комментариях, может быть, кому-то интересно, почему я именно эти курсы выбрала, проговорить еще раз. В общем, дали мне стетоскоп бесплатно. Ну, как бы за мой счет, ну, как бы бесплатно. Но я считаю, что это практически бесплатно, потому что та стоимость занятий, это вообще копейки. Здесь у нас прибор для измерения давления внутри. Тоже он был все новое в коробочке. Это я уже достала, потому что заманалась я с коробочками. Это у меня халат нам выдавали, перчатки, нам нужно тренироваться. Здесь у меня в сумочке, тут деньги. Здесь в сумочке у меня, в этой косметичке а-ля, то есть здесь была у меня косметика всегда. Я сюда сложила все мои, вообще никогда не думала, что буду использовать такого количества маркеров, ручек, разноцветных карандашей и так далее. Все вот в этой косметичке, слава богу, сложилось. Карл, это на какой-то праздник, Рождество, что ли, при покупке подарили. Учебник, да? Учебник. У меня тест будет завтра, я сейчас буду готовиться к очередному тесту. Учебник, посмотрите, какой толщины учебник, размера. То есть это все закладки, это все, что мы уже прошли, то, что нужно учить там на тесты. То есть он вот такой вот толстый, огромный, с картинками, со всеми. То есть учебник наш, в учебнике мы прям работаем, это такая а-ля своеобразная рабочая тетрадь. То есть все, что нужно, мало того, что я себе перевод делаю, так еще и помечаю маркерами разными цветами. Там, в общем, вообще кошмар. И тут дальше пошли, у меня есть вот такая папка, у меня на два предмета, да, я сейчас про курсы конкретно свои говорю. У меня второй предмет — медицинская терминология, там отдельно свой учебник, как-нибудь покажу тоже. Папка, здесь все в файлах, тесты, работы какие-то, в общем, задания, схемы, таблицы, в общем, вот
папочка. То есть вы понимаете, что это много. Ну и плюс у меня рабочая тетрадь. В последнее время мы сейчас в ней стали меньше писать. То есть вот сначала большие записи делали. Это тоже отдельно у нас, то, что к экзамену будет, к лицензии. Мы это все прорабатываем, отрабатываем. Отдельная книжечка. Ну и плюс у меня папка моя с документами. Вот здесь у меня карточки. Вот я себе пишу какие-то переводы, что-то. Ну и тут еще у меня, кстати, перчатки валяются. Вот. Вот это все, что я вам сейчас показала, мне нужно грамотно организовать, чтобы мне это все было доступно, закрыто, не разваливалось, не мялось, не портилось. И первое, что для этого нужно, это все-таки рюкзак. Почему еще рюкзак, а не сумка? Потому что мы тут ходили в поход. Либо у вас уже это было видео, либо я вам покажу дальше. И реально мне мои сумочки дамские, мои рюкзачочки смешные просто. Они не подходят для походов. Нужно что-то такое более внушительное, вместительное. И я поняла, что это будет... Простите за шум. Я так и подумала, что это будет вот этот вот рюкзачок выполнять много-много функций. Вот. Есть пыльник. Не знаю зачем, но он есть. Классно. И сам рюкзак, какая упаковка классная. Вы знаете, он стоит, по-моему, $42, то есть меньше $50. Мне кажется, это прекрасная цена. Я смотрела Marshalls, Ross, правда, ну, мало очень. Знаете, пару раз я заходила, поглядывала. Ничего я для себя оптимального не находила. Вот такой вот моей расцветки, розовый, бежевый, да. Видите, спереди он, то есть он может быть как сумочка носиться вот так, а сзади лямки регулируемые, как для рюкзака. Я с вами вот смотрю это все первый раз сама. Он широкий, вместительный, у них три размера этих рюкзаков. Я заказала максимальный, 17 инчей. Вот, вот смотрите, какой он огромный. Какой он вместительный, он раскрывается, видите, не как обычный рюкзак там, да, а у него вот, вот он прям широко очень раскрывается. Если нужно, опять же, скажите, я вам ссылку оставлю внизу под видео, если вдруг кому-то нужно заказать такой рюкзак, кто здесь проживает, давайте еще раз, то есть вот у него открывается, как вот реально, как сумка, шикарно просто. И я, наверное, сейчас внутри... отдельным видео покажу, как он внутри смотрится. То есть со стороны так, да. Здесь карман для бутылки с резинкой. Здесь карман для второй бутылки с резинкой. Потом тут, знаете, еще что я не разобралась, то здесь есть порт USB. Посмотрите, с зарядкой. Вот он. Что это? Я вот не совсем понимаю. То есть это куда, зачем, как подключается, как это работает. Надо будет посмотреть, почитать. То есть, ну, здесь встроенный провод. Видите? Чудо техники. А, карманы. Скрытый карман. Раз. Здесь, кстати, может быть, есть какая-то инструкция, да, к нему, как использовать этот проводок. А, скрытый карман. Раз. Больше нет карманов. Здесь впереди карманчик. Мне кажется, очень приятный цвет. Очень приятная внутренняя подкладка. Где тут еще открывается? Вот, прекрасно. Смотрите, здесь можно в этой части для ручек, да, для чего-то. Здесь тоже карманы. Все открывается очень-очень удобно, доступно. Вот. И давайте я уж так вот покажу. Внутри, смотрите. У него внутри отделы. То есть большой карман, несколько внутренних маленьких с одной стороны, с другой стороны. Вот просто можно делить там MacBook вовнутрь, да, тетради отдельно, учебники здесь вовнутрь складывать. В общем, не знаю, я прям довольна. Ожидание, реальность, мне кажется, более чем оправдалась. Оттенки мои, понятно, что я вообще люблю это очень сильно. И стоимость вот этого данного рюкзака $42-43. Это, кстати, на самом деле подарок даже вот от ребят. Мне на день рождения подарили подарочный сертификат на сайте Amazon.
И я там заказала, то есть, по сути, вот это подарок мне на день рождения. Только сейчас, кстати, поняла это, осознала, так скажем. Классные детальки, видите, здесь все написано, все прописано. Супер. А по отзывам пишет, что он, ну, достаточно быстро рвется, но еще с одной стороны, в смысле, вот рвется, знаете, какие-то там подкладки, что-то. Но я его не на всю жизнь заказываю, тем более он светлый, конечно, он долго так не проносится, прям идеально. Ну, я, в общем, заказываю на время обучения. Вот. И если что, идти в поход, тоже его прекрасно можно использовать. Дальше я заказала для стетоскопа кейс. Тоже были тягостные муки выбора. Я не знала, то есть мне очень нравился черный. А с таким же рисунком. Понятно, что есть еще розовые какие-то, но я вот изначально, вот когда начала выбирать, упал у меня взгляд вот на этот, на эту расцветку, на этот кейс. Видите, он такой пыльная роза, да, наверное, с бежевым. Вот, и открываем мы. Внутри у него два отдела. То есть здесь какие-то ручки, приспособления. Кстати, у него есть карабин, что удобно, тоже можно прицепить куда-то там снаружи, да, карабинчик внутри. То есть два отделения, сюда пойдет стетоскоп, и сюда пойдут там ручки, какие-то записки. Нам же надо будет еще, я не заказала, фонарики вот эти вот световые, световые ручки. Вот, так что... Потом организую, тоже вам покажу. И последнее, что еще пришло мне в этот заказ, кстати. Видите, я еще последним моим решением было, все-таки, мне кажется, оно классно сочетается, да, между собой. Вот. И еще одна последняя покупка была. Это мини-часы. Нам еще на ориентации, когда у нас была ориентация, нам говорили, что Apple Watch не подходит. Во всяком случае, для обучения точно. Я такая еще, как это не может быть? Как так Apple Watch не подходит вообще? Это все, это универсальная вещь, без них как без рук. Вот просто вот вещь, без которой я не выхожу из дома. Стараюсь не выходить из дома. Но действительно оказалось, что они в этой ситуации плохо работают. Почему? Потому что, когда мне приходит оповещение, мне постоянно кто-то что-то пишет. То есть, например, ты считаешь дыхание, пульс, а у тебя идут сообщения, и все сбивается. И нам это несколько раз говорили, я не верила, пока мы не начали считать пульсы дыхания, и я не поняла, что действительно у меня ничего не работает. В общем, 4 штучки. 4 штучки, потому что по одной не продавалось. То есть идет комплект только часы. Часы, которые вешаются на форму, да, куда-то. Вот так вот, и вот здесь вот, видите, у них циферблат, то есть ты ходишь с утра, у тебя такой, с утра, в смысле, на форму ты одеваешь, у тебя такой аксессуар, естественно, кармашек куда-то в более нормальное место, и когда тебе нужно, то есть, видите, смотрите, они оттягиваются, прелесть какая, и у тебя здесь в руках получается секундомер. Таких часиков 4 в наборе, они разных цветов. Наверное, под разные виды скрабс, да, одежды. Вот такой беж. Голубенький в наборе. Розовый. Так что всем спасибо за внимание. Надеюсь, вам было интересно вместе со мной всякие медицинские штучки распаковывать. Вот, смотреть. Буду организовывать все. Потом вам еще раз говорю, покажу. Как и что все у меня сложилось, и как вообще это работает, функционирует, полезно ли это. Я решила наконец-то помыть свою грязную машину на мойке. Потому что у меня машина уже в таком состоянии. Саша оплачивает у меня вот здесь вот стикер. То есть ежемесячно снимается какая-то сумма. Я, наверное, раз в месяц сюда и попадаю. Но удобно зато, то есть где-то не, ну, рядом с домом совсем, раз по дороге я заскочил. Но я это делаю редко, потому что у меня всегда не хватает времени. Всегда не хватает времени. Красиво, да? Такой запах стоит мыльных всяких средств, моющих. Очень быстро вообще, очень быстро. Все, уже сразу видно все.
то у меня даже видимость ужасная была. Теперь сейчас посушит быстро. Первый раз сюда заезжала, мне так ну, страшно было, что я что-то не так делаю, что-то не то происходит. Сейчас. Там мальчишки уже нас сейчас насухо протрут. Я уезжаю. Занимает реально одну минуту. Ну, две, может быть, я сейчас еду. Полторы. Полторы у меня видео снято, полторы минуты. Саша решил... А, все, улетел. Саша готовит у нас, а этот товарищ вообще просто с него не слезает. Вот просто не слезает. Да, Гучик? Он как будто брошка на нем висит, нон-стоп. Вот он выбрал, у него хозяин Саша, как вот говорят животные себе, выбирают хозяев. Саша у него его, да, любимый. Я его гоняю, нон-стоп. Прервала. Не-не-не, Дань, секунду. Смотрите, опять он к нему, видите, прилез. Вот он уже. Хорошая птичка полетать, вышла... говорит. Я что-то такого еще не слышал. Вышла птичка полетать. Нет, он говорит, хорошая птичка полетать, мне сказал. Угу. И вот он по нему, вот-вот хотела показать. Вот он по кругу вот так. То он ему волосы почешет, перышки почистит. То как брошка перед лицом залезет, говори со мной.